здоровайся с ребенком. Привет, ребят! Сегодня записываю вам опять видео, и оно будет с посылками. Посылки с AliExpress, как в принципе и всегда. И сегодня мне пришли две посылки. Я думаю, они будут интересны, и я даже подозреваю, что в них. Первую посылку вам показываю, ту, которая, наверное, все-таки для меня. Вау! И, в общем, сейчас я ножницы возьму и вам ее раскромсаю. Взяла ножницы и режу посылку. Прямо на ваших глазах. Боже мой. Ой-ой. Угадайте, какого цвета? Белого. Моя посылочка белого цвета. И это пришла моя кофта, в принципе, как я и думала. Вот так она выглядит. Ой, знаете, ребят, на самом деле очень-очень мягкая. И прям такая... Прям хочется ее быстрее одеть. И ходить в ней, ходить, и спать, и ходить, и спать, и ходить. Прям очень мягкая и прикольная. В конце видео я вам ее одену и покажу. Посмотрите, как она будет сидеть на мне. Вообще очень хороший материал такой. Знаете, вот она вроде бы не толстая, но она вот с таким пушочком. А следующая посылка совершенно не мягкая и, наверное, даже твердая. Следующая посылка небольшая и твердая. Могу только подозревать, что здесь лежит. Это, как я и думала, пришел массажер. Да, не поверите, бывают массажеры совершенно маленькие. И сейчас я посмотрю, как он выглядит. Покажу вам. Массажер. Вот так он выглядит. Как телефончик. Да, это не алло-алло, это массажер. Здесь нарисован человечек и в экранчике. И какие-то кнопочки. А здесь к нему идут два вот таких, как типа на шнурочках пласта, которые нужно присоединять к телу. Были такие раньше пытки, когда к человеку присоединяли к голове там или к телу штучки такие, присоединяли, а они били током. И человек такой на стуле... Ну, массажер, в принципе, таковым и является, только... Ну, он действительно током бьет, но он как бы в целях массажа от боли, от усталости, просто как фитнес можно. Засунул штаны в карман, я не знаю, куда угодно, и на пробежку бежишь, а у тебя еще и вот эта штука массажирует тебя. Было написано там от, как фитнес и от боли. Сейчас я его проверю, рабочий он, не рабочий, выглядит прикольно и действительно можно удобно брать с собой. Кстати, слышала, что ток на самом деле портит ауру, и им вообще нельзя никакие массажи, ничего, это вообще бред полный, ну нельзя в общем. Не знаю, заказывала не я, мама заказала, сейчас хочу попробовать и посмотреть, действительно, ну то есть... Может быть, он и портит, я это, конечно, не проверю никак, но посмотрю, может быть, он действительно очень приятно делает массаж. Первое, что мы делаем здесь, я уже разобралась, включаем вот эту кнопочку посерединке и нажимаем вот эту кнопочку. Но для начала нужно подсоединить вот эти пласты к себе. Снимаем вот эти, с вот этих пластов такие штучки, которые наложены специально, чтобы оно, наверное, не пачкалось. И лепим его, например, вот сюда, на косые мышцы живота. Ай, холодные! Оно вот так держится. Сейчас. Нажимаем на кнопочку вот сюда. И следом нажимаем на вот эту кнопочку.
Ой, выбираем часть... А, стойте, стоп, выключила. Нажимаем на вот эту кнопочку, а дальше вот этой клавишей выбираем часть тела, которая нам нужна. Тут идет ступни, плечи, живот, ноги и так далее. Вот мы выбрали, и он начинает колоть. Такое чувство, ну, как знаете, вот небольшим током, и прям не колет, а плавно-плавно так. Я думала, меня обманули, а тут действительно что-то он делает. В общем, такие ударики, типа коль-коль-коль-коль-коль-коль-коль-коль-коль, а вот здесь и здесь. Ну, и причем с разной ритмичностью. Оно это делает то быстро, то медленно, и вообще непонятно всякими какими-то, знаете, как биты на минуса делают. Я не знаю, может быть, здесь можно усиливать, я полностью не изучала. Ну хорошо еще, что он работает просто, вот все. Действительно, он что-то делает, правда, не пойму, как это помогает, не помогает пока что. Ну, знаете, как просто током тебя бьет, так маленьким кучкой какой-то, как иголочками мягкими, я не знаю, как такое бывает, но... А вот сейчас он переходит в более... Ну, так пожестче начинает, еще сильнее. То есть больше удары, не чаще, а именно сильнее начинает бить тебя. Ну, такое ощущение, не сказала бы, что прям приятное, но не противное, непонятное. По крайней мере, я себе такие массажи еще никогда не делала. Ну, в общем, как я поняла, оно будет переходить в более ужесточенную форму массажа, потому что сначала, я как поняла, разогрев идет, и он чуть-чуть как бы тебе массирует, а потом он начинает все жестче и жестче. И причем очень-очень плавно, так практически незаметно, ну, как бы понятно и дураку, что усиливается. Вот. Такое ощущение, что у тебя внутри под кожей что-то там туда он прям бьет. Не просто по коже, а прям внутри. В общем, вот так берешь, делаешь, ложишь его и на пробежку. Ну, правда, заказывала мама, поэтому пусть она бегает на пробежку. Вот сейчас можно сравнить с чувством, когда телефон вибрация звонит. И он у тебя, например, в кармане, у тебя прям бжж, только, ну, вот слегка что-то похожее, только более как именно массаж. Попробовала я, отключила. Лично для меня, ну, есть он и есть. Вот прям гнаться за таким массажером, я думаю, ну, в принципе, я не знаю просто. Это, наверное, углубленно нужно им пользоваться. И со временем чувствовать там, что у тебя перестало болеть, что не перестало, помогло, не помогло. Ну, чисто так, просто что-то там щекотит тебя и все. Вот. Всегда под видео я буду вам оставлять ссылки, как и всегда оставляю, здесь оставлю, чтобы вы, если захотели, заказали себе. Вот. Массажер этот вообще там копейки стоит, недорогой. В магазинах, кстати, такие вроде бы, я смотрела, там 1000 по 1500 рублей стоит. Вот. Ну, на Алиэкспресс, естественно, оно все дешевле. Вот, поэтому, не знаю, если заинтересовались, можете себе приобрести и попробовать использовать. Не сказала бы, что плохой, просто такой своеобразный, и не каждому, ну, кому-то понравится, а кому-то как это будет все равно, как и мне, в принципе. Сейчас еще маме потом дам попользоваться, ну, естественно, ну, это ее, она попользуется. Еще интересно, что мама скажет, понравилось ей или нет. Сейчас вам одену кофту и покажу, как она сидит на мне. В зеркало не смотрюсь, сразу пришла на камеру, поправляюсь прямо при вас. И, в общем, кофта выглядит как-то так.
И мне кажется, что-то тут торчит не то. А кофта безразмерная, она идет как бы и задом, и передом ее можно одевать. Ни бирки нет, ни как бы не отличается. То есть берешь за плечики, знаете, как проверяют, и оно одинаковое. Вот так она выглядит, но смотрится очень симпатично, она очень мягенькая и не прохладнее вот этой моей, в которой я была, хоть она и такая, знаете, с дырочками вроде, но она такая волосатая и очень-очень мягенькая. Единственное, что я сейчас сделала, это всю ее только что чуть не изорвала своими кольцами. Просто цепляются ужасно. У меня вообще всегда кольца цепляются. Вот, ну кофта прикольная, мне очень нравится, и как-то так она такая, знаете, в офис можно в ней ходить. Есть, ой, только у меня лифчик черный. Вот. Ну, напишите, кстати, как вам кажется, подходит мне она или нет. И так она выглядит. Сзади. Точно так и впереди. Ну вот сбоку у меня зеркало, и знаете, как-то так прикольно вроде выглядит. Мне нравится, и отблагодарю продавца. Правда, размерчик, по-моему, вот как-то вам не кажется, что вот тут как-то вот чуть-чуть торчит. Наверное, это нужно было на плечи пониже, и оно бы было бы чуть-чуть по-другому. Наверное, маловато чуть-чуть кофточка, но так вообще вроде прикольно. Вот, и мне очень нравится. Понравилась ли вам она, напишите, пожалуйста. И вообще, кому понравилось, ставьте вот так вот класс. И зовите 10-х любовников тоже и любовниц, чтобы подписывались ко мне на канал. Ну, сегодня все мои посылочки закончили, и сегодня буду с вами уже прощаться. Но я думаю, ненадолго, потому что я этого хочу. Вот, обязательно оставляйте мне комментарии, пишите мне, общайтесь со мной обязательно. Вот, спасибо вам большое за уделенное время мне очень приятно. Оставайтесь со мной и ждите моих новых видео. Я вас всех очень-очень-очень сильно люблю. Вот так вот обнимаю крепко-крепко-крепко, целую. Очень-очень-очень.